цей день встановлено таїнство причастя, і крім того, у четвер Спаситель умиває ноги своїм ученням. Що це означає? Ну да, Великий четвер, он дійсно особо знаменательний. Це, можна сказати, серцевина і Євхаристії. Господь посилає своїх двох учнів, Петра і Іоанна, щоб вони приготували пасхальну вечерю. І коли вони готували, по обичаю, восточному, як це було, должен хтось із слуг омивати ноги, участвуючи в цій пасхальній трапезі. А ученики ще по-человецьку мислять, по-плотськи. Ніхто не хоче бути меншим, омивати. І тоді Господь показує пример. Пример смирення. Он сам наливає воду в умивальниці і починає омивати ноги апостолам і ученикам. І після того, як Христос омив ноги своїм ученикам і апостолам, являє образ смиренного мудрія, він встановлює саме велике таїнство, собственно, серце церкви. Это таинство Евхаристии, таинство причащения. Он берет хлеб, благословляет, преломляет, дает ученикам и апостолам, говоря, примите, едите, это есть тело мое, которое за вас преломляется, во имя грехов. Затем берет чашу с виноградным вином, благословляет и говорит, это кровь моя Нового Завета, которая за вас и за многих изливается во оставление грехов. Сие творите мое воспоминание. Господь устанавливает то таинство, которое будет продолжаться до второго его пришествия. Когда мы действительно кушаем под образом хлеба и вина, не символ, не образ даже его тела, а самого Христа. Это тайна непостижима ума человеческого. Она воспринимается только верою. Вот как он может дать нам есть плоть свою? Это логика человеческого ума, рационального ума. Даже некоторые из учеников сказали, какие странные эти слова, кто может это слушать? И многие отошли даже от него. Вот, понимаете? А Господь говорит, истинно говорю вам, истинно, если не будете есть плоти Сына Человеческого и не будете пить кровь Его, то не будете иметь себе жизнь. Вот поэтому, братья и сестры, в этот день Великого Четверга нам Церковь напоминает снова то, что если мы говорим себя христиане, как многие сейчас часто, я Бога имею в душе, я верую в душе. Ну, во-первых, я всегда спрашиваю, а как туда Бог попал в твою душу, если ты даже символа веры не знаешь? Да что символа веры? Многие даже Отче наш не знают. Это просто, знаете, наверное, человек сам себе создал какого-то башка по своему образу и по подобию. Бога надо знать, не только знать, а буквально онтологически общаться с Ним, кушать Его тело, Его кровь. Если ты не причащаешься, то ты никакой не христианин. Поэтому еще раз напоминаю, четверг, но это христиане стремятся причаститься, конечно же, этого тела и крови Господа, соединиться с Господом. Едущий мою плоть, пьющий мою кровь, во мне пребывает, и я в нем. Как послал меня живый Отец, и я живу Отцем, так и едущий меня жить будет мною. Это залог нашего бессмертия. Подойдем сюда ближе. Вот над алтарем всегда православных храмов Тайная Вечеря. Христос устанавливает таинство причащения. Вот он, Спаситель. Примите, едите. Совершает таинство причащения. Не священник, он лишь священнослужитель. Он, Христос, вечный первосвященник, прошедший небеса. Он совершает это и будет совершать до второго своего пришествия таинство Евхаристии. Поэтому помоги нам, Господи, понять и увидеть в этом Великом Четверге то, что Христос, он как первосвященник, дает нам себя в снеть, дает пищу бессмертия. Господи, какие мы счастливы, что мы православные христиане, что мы же на протяжении 2000 лет, как Христова Церковь нас питает, а вернее Христос через Церковь этими тайнами, и особенно тайной, вечной, бессмертной трапезой. Это причащение.